Эти выходные могут оказаться очень интеллигентными для нижегородцев, и вот наш короткий гид по ним. «Бегство в Петербург» — это выставка художника Вика Виктора Забелина, если называть его настоящим именем. В выставочном комплексе вы сможете застать и самого художника с этим необычным именем. Известно, что наука вернулась в моду, тенденция, которая не может не радовать. В эту субботу ее поддержит арт-кафе «БУ». Там пройдет научная солянка. На вопросы гостей из любой научной области ответят самые разные ученые — физики, химики, филологи, историки науки и биологи. Кинопремьера этой недели. Если отступить от нашего плана, это «Восхождение Юпитер». Проект брата и сестры Вачовски настолько плох, что даже хорош, говорят критики. Но если все же следовать по плану, то идти нужно на «Левиафан» Звягинцева. Но помните, правда, что в кинотеатр попадает его отредактированная версия. Но заплатить за билет, даже если фильм уже посмотрели в пиратской его версии, все равно дело чести. Ну понятно же, что сука для себя местечко освобождает. Я вот этими вот руками! Нарыл я за эти 2 месяца кое-что на это чудовище ваше. Фаберже. Нами договориться или дело с огласками. Так что, если захотеть, до любого дотянуться можно. Вож придавили! Вони на всю округу! Власть надо знать в лицо. И чего тебе надо, власть? Вот это все. Порвем, Коля. Ну, рано утром выехали, хорошенько выпили, постреляли. Ты грозился, убьем их. Вы что, со всем городом воевать справились? Ты все испортил, это все из-за тебя! Человек не виновен, пока не доказано обратное. Он будет доказывать. Кому? А происходит то, что мы с вами возвращаем душу народу. Чего тебе, Коль? Водки, что еще? 2.